покой, любимый щеки. Двойной покой, любимый щеки. Двойной покой, любимый щеки. И к жене пошли домой. Двойной покончили мы счеты, и еще нет, пошли домой. Война наступила некрасиво, пришел конец ей собой. 4 года мать без сына, 4 года мать без сына. 4 года мать и сына, и их и нет, пошли домой. Залили луна фигуру, опять-опять кладище мой. Спальцы пропавшие вернулись, спальцы пропавшие вернулись. Спальцы пропавшие вернулись, и лишь нет, пошли домой. нашей Родины события, которые даже по прошествии десятилетий останутся в памяти людей, а время с возрастающей силой подчеркивает их величие. День Победы – великий праздник великого народа, великой страны. Для нас он был и остается самым главным днем. Звучит гимн Российской Федерации. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все.
Христос для мечты и для жизни. Грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так. Великим праздником. И подвиг нашего народа был и будет подвигом во имя Родины, ее независимости и счастья будущих потомков. Для приветственного слова на сцену приглашаются официальные лица города и района, представители правительства Ленинградской области и руководители предприятий. Главе Киришского муниципального района Константину Алексеевичу Тимофееву. Дорогие ветераны, уважаемые жители и гости нашего города, сегодня мы с вами отмечаем великий праздник – День Победы. День Победы над фашистской Германией. И сегодня на этой площади, в нашей стране, нет ни одного человека, который бы спросил, а что это за победа? Когда и над кем. Потому что чувство безмерной благодарности и памяти перед воинами победителями, перед поколением победителей, генетически в наших сердцах, в наших душах. И эту память никогда никому не стереть, мы этого не позволим. Сегодня наши отцы, деды, прадеды, смотря на нас свысока, сверху, оттуда, остановили фашизм, но темные силы ставят под угрозу тысячелетнюю российскую историю, наш духовный уклад, наши семейные, душевные ценности, историческую справедливость и нашу независимость. Но мы верим в свои силы, мы верим в наших бойцов, мы верим в Россию, мы верим в победу. Дорогие ветераны, с этой сцены позвольте сегодня вам пожелать долгих лет жизни, здоровья! А всех вас, дорогие друзья, с нашим великим праздником! С Днем Победы! Слово предоставляется председателю комитета по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлане Ивановне Нерушай. Уважаемые участники торжественного мероприятия, я уполномочена зачитать обращение губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко. Уважаемые ветераны, уважаемые жители Ленинградской области, Киришского района,
примите искреннее поздравление с самым дорогим для нас праздником – Днем Победы. В истории нашей Родины немало героических свершений, но совершенно особое место в ней занимает подвиг наших дедов и прадедов, остановивших фашистское нашествие, завоевавших для всего мира и нас, потомков, великую победу. Ничем не измерить ту цену, которую заплатили они, защищая свою родину, свой дом, своих родных и близких. Мы помним о каждом, кто с оружием в руках сражался на фронтах Великой Отечественной, об отваге партизан и подпольщиков, героизме жителей, сопротивлявшихся оккупации, о страданиях неисчислимых жертв нацистского террора. Сегодня, когда мир вновь столкнулся с угрозой нацизма, мы с особой остротой понимаем, как важно быть едиными, способными смело противостоять врагу и твердо верить в победу. Хочу адресовать слова поддержки нашим воинам, участвующим сегодня в специальной операции. Мы гордимся вами, достойными сынами Отечества, наследниками поколения победителей, отстоявших мир и свободу в 45-м. Поздравляю наших дорогих ветеранов, всех жителей Ленинградской области с праздником и желаю доброго здоровья, мира и благополучия. С Днем Великой Победы! Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Спасибо большое. Мы предлагаем вам присоединиться к празднику. И продолжаем наш митинг. 77 лет назад на нашей земле родился не просто праздник, отмеченный красной датой календаря. К этому празднику наш народ шел сквозь ожесточенные бои, через тягчайшие страдания и испытания. 77 лет назад отзвучали последние выстрелы страшной, трудной, трагической и незабываемой Великой Отечественной войны. Но до этого было 1418 дней и ночей невиданной по своим масштабам битвы и 27 миллионов унесенных жизней. 27 миллионов! 27! Это значит, каждый восьмой житель нашей страны погиб во имя победы над фашизмом. 14 тысяч убитых ежедневно, 600 человек в час, 10 человек каждую минуту. И за каждой из этих страшных цифр мы видим их, наших солдат. В истории Великой Отечественной войны яркой страницей вписаны подвиги и наших с вами земляков. И мы приветствуем сегодня наших ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей, а также тех, кто в годы Великой Отечественной войны были совсем маленькими детьми и также внесли свой вклад в победу. Низкий вам поклон и эти цветы в благодарность от наших зрителей, от наших жителей нашего города. Спасибо вам большое. Прошел бессмертный полк. И вот перед нами вновь встают наши герои. Защитники нашей земли, кто освобождал нашу землю от фашистских полчищ. Те, кто ковал великую победу в глубоком тылу, обеспечивая фронт одеждой и продовольствием, выращивал хлеб, поднимал на ноги ребятишек, кто свято хранил домашний очаг со святой верой в победу. Сегодня великий праздник, День Победы. Вспомним всех. 77 лет прошло.
целая человеческая жизнь. Но когда мы смотрим кадры военной хроники, думаем об одном. Как они выстояли, как выдержали этот чудовищный ад. Мы преклоняемся перед героизмом отцов, дедов и прадедов. 9 мая – день нашей гордости, нашего величия, мужества и отваги. День нашей памяти. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам мир, весну, жизнь. Заровнялись траншеи, поросли травой воронки. В местах ожесточенных схваток, обильно политых кровью, выросли цветы. Но живет в сердцах потомков память о тех, кто никогда не вернется с полей великой битвы, кто отдал свои жизни ради счастья других людей. В память о тех, кто сложил головы на фронтах Великой Отечественной войны, и всех тех, кто ушел от нас, не дожив до сегодняшней даты, объявляется минута молчания. Остановись, время, замри и оглянись в прошлое. Оглянись на тех, кто в камне с высоты своих памятников смотрит на нас. Оглянись на тех, чьи имена высечены у подножия обелисков. На тех, кто отдал за нас с тобой самое дорогое, что имел. Весну и первый поцелуй, счастье и жизнь, которая только-только начиналась. Бой курантов и замер парад. Самый главный парад для солдат. Самый главный парад для страны. Гулким эхом победной весны. Не забыты заветы отцов, что собою страну заслонили. Мы их каждого помним в лицо. Никого ни на миг не забыли. День Победы все так же значим для нас. Мы живем, потому что в годы суровых испытаний выжила война, выжила страна и выстоял наш солдат. Мы не имеем права забыть этот подвиг. В победу верили летом 1941 года, когда фашистская Германия объявила о начале войны. Верили, когда враг стоял у стен Сталинграда. Верили, когда до 9 мая 45-го оставались последние снаряды, километры, бои. Верим мы и сейчас. Уважаемые гости, жители нашего города, сегодня вы можете возложить цветы и пройти к любому памятному месту нашего города. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым. Сегодня праздник входит в каждый дом, и радость к ним, к людям с ним приходит следом. Мы поздравляем вас с великим днем, с днем нашей славы, с днем победы! Thank you.
дорогие друзья, прямо сейчас на нашей площади начнется праздничный концерт. На площади Дворца культуры для вас работает полевая кухня, а уже вечером в 20:30 в парке для роллеров и скейтбордистов состоится акция «Песенный привал», где можно будет спеть военные песни под гармонь и завершится все это праздничным салютом в связи с тем, что нашему городу присвоено почетное звание «Город воинской доблести». Всех еще раз с праздником! Ходил и читал про нее с детских лет. Сколько книг про войну, где как будто все очень похоже. Есть и это, и то, только самого главного нет. Я не верю певцам на эстрадах, украшенных светом. Сомневаюсь в кино, там, в кино, как-то очень цветно. Кто всерьез воевал, не любит об этом. Может быть от того, что в словах не дано. Только слышишь, звучит, прорываясь сквозь стены Ленинграда, тихо-тихо поет. И в тебе, и во мне, и вокруг. Может быть, про войну слишком громко и много не надо, чтобы ревом фанфар спугнуть, не убить этот звук. Раз,
Разве погибнуть ты нам завещала, Родина? Жизнь обещала, любовь обещала, Родина. Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо, ты помнишь, Родина? Дико сказала, вставайте на помощь, Родина. Родина, славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого, я или Родина. Если бы удалось найти такие весы, чтобы на одну чашу можно было положить военный подвиг наших солдат, а на другую трудовой подвиг наших женщин, то чаши этих весов стояли бы вровень. Как стояли, не дрогнув, под военной грозой в одном строю с мужьями и сыновьями, героические советские женщины. Все, что мы знаем о женщине, лучше всего вмещается в слово «милосердие». Есть и другие слова. Дочь, сестра, жена, друг, любимая и самая высокая – мама. Но женщина и война – оба этих слова женского рода. Но как же они несовместимы – женщина и война? Женщины грозных 40-х годов спасали мир. Они, защищая Родину, шли в бой с оружием в руках. Сражались с врагом в небе, перевязывали раненых, выносили их с поля боя. Уходили в партизаны, стояли у станка, рыли окопы, пахали, сеяли, растили детей. В мир приходит женщина, чтоб свечу зажечь. В мир приходит женщина, чтоб очаг сберечь. В мир приходит женщина, чтоб любимой быть. В мир приходит женщина, чтоб детей растить. В мир приходит женщина, чтоб цветком цвести. В мир приходит женщина, чтобы мир спасти. Матери и жены
платках. И матери, жены в дороге без конца. Рязанские Мадонны, прекрасные сердца. Рязанские Мадонны, прекрасные сердца. Скажи мне, ветер, что за боль у тебя в глазах? Разве солнце не так же светит? Или вянут травы в садах? Почему люди все на рассвете вдруг застыли, раскрыв глаза? Что случилось? Ответь мне, ветер, неужели это война? Говорит Москва, передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Лишения, боль и беду уходили из детства. Девчата, ребята, в далеком 41-м году. Товарищи добровольцы! По порядку номеров рассчитайся! Эта женщина все понимала.
но, вцепившись в рукав, умоляла: «Поклянись, что тебя не убьют!» И мужчина в ответ улыбнулся, устремив взгляд куда-то вперед: «Не убьют!» — он сказал и запнулся. «Не убьют!» — он сказал и запнулся. Потому что вдруг понял, что врет. Он к ее волосам прикоснулся, но в глаза посмотреть не посмел. «Не убьют!» — и он снова запнулся. «Не убьют!» — и он снова запнулся. Потому что он врать не умел. А потом они долго молчали. Поезда вместо них обещали. «Не убьют!» — «Не убьют!» — «Не убьют!» Дней шла на нашей земле самая кровопролитная и страшная война в истории человечества. «Россия должна быть ликвидирована», — объявил Гитлер 1 августа 1940 года. 8 сентября в блокадное кольцо был взят Ленинград, обреченный на страшные 900 дней и ночей. А 30 сентября 1941 года началось наступление на Москву. Все встали на оборону. Юные девушки наравне с мужчинами вставали на пути врага.
посреди степи бьется пыль под соборами, степями, полями, а вокруг бушует пламя, духи свистят. Ваня. Дороги. Ваня. Холода, тревоги, да степной бульон. Жили свыше 800 тысяч женщин. Никогда еще на протяжении всей истории человечества столько женщин не участвовало в войне. Так какими же они были, девчоночки, ушедшие на войну? Худенькая, нескладная, недотрогой, я пришла в окопные края и была застенчивой и строгой. Волковая молодость моя. Я только раз видала табашню. Раз, наиву, тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Я дома опять.
женщина на войне не перестала быть женщиной. Конечно, научилась ненавидеть, но не разучилась любить. Любовь и верность были необходимы для солдат на войне. Знать, что тебя очень любят и очень ждут. Ладно, я это и помогало выжить. А Биби? А как же Биби? Биби. Мой, я вернусь. Такой деловой он. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снегами тут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра тем, кто знает наизусть, нет, что забыть пора. Отец и мать, то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, все до того огня. Выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь. Всем смертям назло, кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Луч моей надежды.
об этом расскажешь, какие ты годы жила, какая безмерная тяжесть на женские плечи легла. Один на один со слезами, с несжатыми в поле хлебами, ты встретила эту войну. И все без конца и без счета, тревоги, обиды, рвоты легли на тебя на одну. Ты шла, затаив свое горе, суровым путем трудовым. Весь фронт, что от моря до моря, кормила ты хлебом своим. В холодные зимы в метели, у той удалекой черты, солдат согревали шинели, что сшила заботливо ты. Бросались в грохоте, в дыме советские воины в бой. И рушились вражьи твердыни от бомб, начиненных тобой. За все ты боролась без страха, и как в поговорке какой, была ты и бряха, и ткаха, умела иглой и пилой. Рубила, возила, копала, да разве же все перечтешь? А фронт на фронт в письме написала, чтоб ты отлично живешь. Бойцы твои письма читали, и как молитву шептали, и святую неправду твою, и воин, идущий на битву, и встретить готовы ее, как клятву шептал, как молитву, далекое имя твое. От гильз еще покуда, снежный белый вдруг пришла она. Дни войны похожая на чудо, хрупкая такая тишина. И совсем по-мирному нежданно зазвенел солдатский котелок. И совсем нежданно на поляне кто-то ясно разглядел цветок. В непреклонной вере в победу. Женщины, дети, старики прошли через муки ада, трудились, веря в своих мужей, отцов, сыновей, веря в будущее, веря в победу. Сердце в маленьком горе бездонное.
сердце словно отчаянный гром, Ленинградский гремит метроном, неумолчный гремит метроном. Дети войны набивались все глушки открытые, дети войны хоронили игрушки убитые. Никогда я забыть не смогу кружки хлеба на белом снегу, кружки хлеба на белом снегу. Вихрем огненный черный ворона налетела нежданная беда. Защищать с оружием в руках родную землю, провожать на войну сыновей и мужей, отцов и братьев. Пусть счастливо и безмятежно растут дети твои под мирным небом. Thank you.
тебе, Санечка, только 5 каточков. Скрип, скрип, саночки, старые салазки. Подрастал бы, Санечка, ты в любви и ласке. Все отдаст тебе сполна, я была бы рада. Эх, кабы милый, не война, кабы милый, не война, кабы милый, не война, не богата. Скрип, скрип, саночки, белые сугробы. Санечка, что ни венка, ни гроба. Скрип, скрип, саночки, снежные иголки. Помнишь, милый Санечка, леденцы на елке. Помнишь, как была вкусна плитка шоколада. Санечка, ты ж сгорел, как свечка. Скрип, скрип, саночки, ведь хлеб свой отдавала. Ведь тебе я, Санечка, да выходит мало. Скрип, скрип, саночки, что-то грустно фило. Четыре года гремела над нашей землей самая страшная война. И 4 года в одном строю с мужчинами воевали женщины. Связистки, партизанки, летчицы, снайперы, разведчицы. Наравне с мужчинами претерпевали все. Все тяготы войны на фронте и в тылу. Нисколько не уступая им ни в отваге, ни в самоотверженности. Молодые девушки, вчерашние школьницы и студентки вставали в строй и становились солдатами. Для каждой из них любовь и семейное счастье, свидания и танцплощадки, молодые радости и надежды превратились лишь в мечты, которые обязательно сбудутся, но только потом, после войны. А пока? Для многих из них эти мечты не сбудутся уже никогда. Никогда не стать им женами и матерями, не познать радости любви и минного труда. Их жизнь была коротка, как жизнь падающей звезды. Но подобно звезде, пусть и на короткое мгновение, она осветила мир самоотверженной любовью к ближнему, к своему народу, к отчизне. Помянем, братья, тех, кто мир собой закрыл, про личный свой успех для нас навек забыл. Помянем их мольбой, чтобы простили те, кто нас не взял с собой, оставив на земле. Помянем их 100 крат и рюмкой, и слезой, и горечью наград.
слез полны, чей дом осиротел от ужаса беды. Помянем их, прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь и за своих. Солдатские матери, солдатские жены. Это они собственными руками собирали в дорогу своих мужей, сыновей и дочерей. Они писали на фронт, что дома все хорошо, в то время как сутками работали в поле или на заводе. Голодные, усталые. Это они со страхом и надеждой ждали почтальонов. Но для многих из них вести, принесенные почтой, были страшными. Ой, зачем ты, солнце красное? Все выходишь, не прощаешься. Ой, зачем с войны безрадостной, сын, не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быстрою. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный. Белый свет не мил, изболелась я. Возвратись, моя надежда, зернышко мое, зорюшка моя, горюшка мое. Где же ты? Не могу найти дороженьку, чтоб заплакать на могиле. Не хочу я ничегошеньки, только сына милого. За лесами моя ластонька, за горами, за громадами, если выплаканы глазоньки, сердцем плачут матери. Белый свет не мил, изболелась я. Возвратись, моя надежда, зернышко мое, зорюшка моя, горюшка мое. Где же ты? Mm-hmm.
исходе дня, и в том строю есть промежуток мал. Быть может, это место для меня. Женщина на войне оставалась женщиной. Даже в самых страшных и невыносимых условиях она спасала бойца улыбкой, добрым словом, песней. И верилась под ее напевы, что война закончится, и вновь придет весна, и снова будет мир и покой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на толпой. Выходила на берег Катюша, на высокий.
Не женская эта доля убивать, скажет одна из участниц войны. Другая распишется на стенах поверженного Рейхстага. Я пришла в Берлин, чтобы убить войну. 77 лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война. Остановись, время! Оглянись на тех, чьи имена высечены у подножия обелисков. На тех, кто отдал за нас с тобой самое дорогое. Самое дорогое, что имел. Весну и первый поцелуй. Счастье и жизнь, которая только начиналась. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Помните. День победы, день всенародного ликования, радости.
радости со слезами на глазах. 4 страшных года длилась Великая Отечественная война. Враг нашего народа и всего человечества был разбит. 2 мая 1945 года поднялось знамя победы над Рейхстагом. 8 мая 1945 года был подписан акт о капитуляции фашистской Германии. Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями Германского Верховного Командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны! Ура! 24 июня 1945 года на параде Победы Москва чествовала героев, а у мавзолея на Красной площади лежали поверженные гитлеровские штандарты. Народ выстоял! Наша страна победила!
этот день мы приближали, как могли. Это день победы. Концерт продолжается. Буквально через несколько минут мы продолжим творческие номера. Ну а сейчас на нашей сцене произойдет уже традиционное награждение. Дело в том, что в течение года у нас проходят различные мероприятия, различные митинги на памятных местах, посвященные разным датам военной славы. И, соответственно, ведут эти митинги наши школьники. Это очень хорошая акция, уже проходит не первый год. И сегодня мы будем награждать тех ребят, которые участвуют в митингах, участвуют в подготовке и проведении митингов. А также проходил замечательный конкурс чтецов, и тоже сегодня будет проходить награждение. Напоминаю, что на площади около ДК еще вроде по слухам осталось немножечко каши, можете успеть получить. Также у нас в парке за администрацией проходит акция «Курс молодого бойца». Ну а в 20.30 сегодня в парке для роллеров и скейтбордистов мы всех вас ждем на акцию, впервые такой будет проходить, акция «Песенный привал». Будем петь военные песни под гармонь. И завершится эта акция в 22.00 торжественным праздничным салютом в связи с тем, что нашему городу присвоено высокое звание «Город боевой доблести». С чем мы, собственно, всех нас сегодня и поздравляем. Ну и буквально с минуты на минуту мы начнем церемонию награждения. Мы просим всех тех ребят, кто участвовал в митингах, всех тех, кто участвовал в конкурсах, подходите, пожалуйста, поближе к нашей сцене. Thank you.
начале, прежде чем мы начнем награждать за митинги и конкурсы, я бы хотел пригласить на нашу сцену главу администрации Киришского района Олега Георгиевича Дмитриева. Дело в том, что нам пришли благодарности от Центра специального назначения «Витязь», и сейчас мы бы хотели зачитать их и вручить. Командование, Совет ветеранов и весь личный состав ордена Кутузова Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» выражает искреннюю признательность и благодарность за помощь, оказанную личному составу центра в ходе подготовки и выполнения служебно-боевых задач в специальной военной операции по уничтожению нацизма и фашизма на Украине и защите людей, которые подверглись геноциду со стороны киевского режима. Желаем неиссякаемой жизненной энергии, настойчивости и успехов в достижении поставленных целей на благо нашей великой Родины. Благодарность вручается главе муниципального образования Киришского муниципального района Тимофееву Константину Алексеевичу. День Победы, как он был от нас далек, как в костре огушен камень уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы. Благодарность вручается ветерану отряда специального назначения «Витязь» Милецкому Сергею Николаевичу. Благодарность вручается патриоту России Гаджиеву Афган Джумшут-Оглы. Благодарность вручается депутату Совета депутатов Кирижского городского поселения Сова Алексею Михайловичу. Вручается региональной общественной организации ветеранов подразделений специального назначения «Кречет». Благодарность вручается Кольцюба Сергею Борисовичу. Наша Росгвардия. Спасибо вам за то, что остаетесь неравнодушными. Мы уверены, что все у нашей страны будет хорошо. Спасибо большое всех еще раз с праздником. И мы переходим к церемонии награждения наших замечательных ребят, которые участвовали в патриотических митингах. Заместитель директора по воспитательной работе школы номер 2 Кухваевой Анастасии Юрьевне. Выражаем благодарность за организацию митинга, посвященного Дню неизвестного солдата, и митинга, посвященного Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Учеников этой школы номер 2 за участие в митинге, посвященном Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, благодарность вручается Ядренкиной Александре, учащейся 10 класса школы номер 2. Благодарность вручается Пушкиной Софье, также школа номер 2. Благодарность вручается Ремезовой Кристине. Благодарность вручается Лаурсон Илье. Аришиной Ульяне, учащейся 7 класса школы номер 2.
Ребята, если вы сейчас здесь, пожалуйста, поднимайтесь к нам, выходите. Учащийся 11 класса Синьков Артем. Богданов Илья, учащийся 2-й школы. Синьков Артем, выходи, выходи к нам. За участие в митинге, посвященном неизвестному солдату. Благодарность вручается Богданову Илье и Юрию Гагарян. Все, это была школа номер 2. Пожалуйста, Юрий, бежи к нам. Спасибо, это была школа номер 2. Благодарим вас. А продолжаем. Переходим к награждению школы номер 3. Благодарственное письмо вручается учителю истории и обществознания школы номер 3 Малыгиной Виктории Сергеевне. Выражается благодарность за организацию митинга, посвященного Дню памяти сожженных деревень. И также ученикам школы номер 3 Козырев Кирилл. Если вы здесь, ребята, пожалуйста, поднимайтесь на сцену. Белохвостик Владислав. Школа номер 6. Благодарственное письмо вручается Жериховой Ирине Ивановне, заместителю директора по воспитательной работе школы номер 6. Благодарность за организацию митинга, посвященный 78-й годовщине освобождения Кирежской земли от немецко-фашистских захватчиков. И ученики 6-й школы, учащиеся 10 класса, Паршин Никита. Романова Дарья, школа номер 6. Благодарность вручается Назарычевой Екатерине, школа номер 6, 10 А-класс. Переходим к следующему митингу. Это митинг за организацию митинга, посвященного 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Благодарственное письмо вручается заместителю директора по воспитательной работе школы номер 7 Матвеевой Ирине Геннадьевне. И переходим к награждению учеников школы номер 7. Благодарность вручается Гапоновой Ксении за участие в митинге, посвященной 78-й годовщине полного освобождения блокады Ленинграда. Благодарность вручается Петровой Анне, школа номер 7, 5-й Б-класс. Благодарность вручается Виталине Загрядских Вовк, школа номер 7, 7-й А-класс. Благодарность вручается Павловой Валентине, 9-й А-класс, школа номер 7. Спасибо большое школе номер 7 за участие в наших мероприятиях. Следующая школа, которую мы хотели бы отметить, школа номер 8. Благодарственное письмо вручается вожатой школы номер 8 Савиной Юлии Алексеевне. Выражаем благодарность за организацию митинга, посвященного Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. И ученики школы номер 8, также отметим и их. Благодарность вручается Фадееву Егору, учащемуся 10-го Б-класса. Школа номер 8. Благодарность вручается Костылевой Анастасии, школа номер 8, учащейся 10-го Б-класса. Благодарность вручается Веткиной Валерии, 5-й Б-класс, школа номер 8. И Малютиной Элеоноре, 5-й Б-класс, школа номер 8. Школа, которую мы хотели бы... Давайте аплодисменты сначала нашу школу номер 8 поблагодарим и переходим к награждению Кирежского лицея. Благодарственное письмо вручается учителю истории и обществознания Кирежского лицея
Миничевой Ольге Евгеньевне. Благодарность за организацию митинга, посвященного дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отчизны. А также социальному педагогу Киевского лицея Меткиной Кристине Алексеевне. И, конечно, благодарность нашим ученикам. Кореневу Богдану, учащемуся 9 В класса Киевский лицей. Благодарность вручается Алексеевой Ксении, 9 В класс Киевский лицей. Благодарность вручается Средникову Евгению, 9 В класс Киевский лицей. Друзья, аплодисменты нашему Киевскому лицею. Спасибо вам за то, что принимаете активное участие в наших мероприятиях. Продолжаем награждение и приглашаем на нашу сцену представителя комитета по культуре, делам молодежи и спорту Савину Светлану Валерьевну, которая награждает за участие. В апреле 2022 года проводился муниципальный конкурс «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 77-й годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне. Конкурс проводился по трем номинациям и трем возрастным категориям. Итоги подведены, и прямо сейчас мы будем награждать победителей и призеров этого конкурса. Итак, номинация «Лучшее сочинение на тему героизма и патриотизма». Возрастная категория от 7 до 10 лет. Третье место. Рыжов Кирилл, школа номер 8. И также третье место занимает Михаил Куден, тоже школа номер 8. Сразу два третьих места. Второе место в этой возрастной категории занимает Олег Низуля, Киевский лицей. И первое место Костина Ксения, школа номер 7. Номинация «Лучшее сочинение», самые младшие участники от 7 до 10 лет. Аплодисменты нашим ребятам. Переходим к следующей возрастной категории от 11 до 14 лет. Здесь также три победителя. Третье место занимает Асаулюк Юрий, Киевский лицей. Второе место занимает Янышева Айсулу, Киевский лицей. И первое место в своей возрастной категории занимает Уявлянина Ксения, Будубичская средняя общеобразовательная школа. Ну, видимо, сейчас празднует у себя Будубище. Следующая номинация – лучшая открытка ко Дню Победы. Возрастная категория от 7 до 10 лет. Здесь сразу три третьих места. Третье место занимает Баскова София, Киевский лицей. Екатерина Тыц, Киевский лицей. И Красников Илья, молодежный клуб «Спутник». Вторых мест здесь тоже три, и мы приглашаем на нашу сцену Крючкову Олесю, Киевский лицей, второе место в своей возрастной категории, Кузнецова Варвара, Киевский лицей, и Митрофанова София, молодежный клуб «Дружба». Ну и первых мест здесь целых два. Первое место в своей возрастной категории занимает Агеева Анна, школа номер 2. И Запекина Вероника, молодежный клуб «Радуга». Номинация «Лучшая открытка» победителей в своей возрастной категории от 7 до 10 лет. Аплодисменты нашим участникам. Спасибо вам, ребята.
Мы продолжаем эту же номинацию. Номинация «Лучшая открытка», но уже ребята постарше. Возрастная категория от 11 до 14 лет. Третье место занимает Кулешова Полина, школа номер 8. Вторых мест сразу два. Второе место занимает Шашкина Александра, школа номер 1. И Шуплицова Полина, Киришский лицей. Первое место в своей возрастной категории занимает Кромова Ксения, молодежный клуб «Радуга». Аплодисменты нашим победителям в своей возрастной категории. Лучшая открытка ко Дню Победы, возрастная категория от 11 до 14 лет. Мы продолжаем награждение в этой же номинации, но возрастная категория — самые старшие ребята от 15 до 18 лет. Здесь два победителя. Второе место занимает Луна Диана, молодежный клуб «Патриот». И первое место в своей возрастной категории занимает Смирнова Елизавета, молодежный клуб «Дружба». И завершает наше награждение номинация «Лучший чтец стихотворения на военную тему». Первая возрастная категория, самые младшие ребята, от 7 до 10 лет. Два третьих места. Третье место занимает Картилкин Федор, школа номер 8. И третье место занимает Халдина Владислава, Киришский лицей. Второе место в своей возрастной категории занимает Иванова Анастасия, школа номер 8. И Митрофанова София, молодежный клуб «Дружба». Номинация «Лучший чтец стихотворения на военную тему». Первое место занимает Казначеева Софья, школа номер 8. Аплодисменты победителям в своей возрастной категории. Номинация «Лучший чтец стихотворения на военную тему». Переходим к награждению более старших ребят. Возрастная категория от 11 до 14 лет. Третье место занимает Волкова Софья, школа номер 2. Второе место занимает Чупыркина Вероника, также Будовичская средняя общеобразовательная школа. И первое место — Кабанова Екатерина, школа номер 1. Победители в своей возрастной категории. Волкова София, Кабанова Екатерина. И последняя возрастная категория, самые старшие ребята, чтецы от 15 до 18 лет. Второе место занимает Шалаева Анастасия, молодежный клуб «Дружба». И сразу два первых места жюри присудило в этой номинации, в этой возрастной категории. Первое место занимает Кацина Степан, школа номер 8. И в компанию к нему мы приглашаем Фадеева Егора, также школа номер 8. Сразу два первых места жюри присудило в этой возрастной категории. Мы поздравляем вас, ребята! Аплодисменты нашей гордости, чтобы скрывать. От всей души поздравляем родителей и призеров конкурса. А сейчас мы продолжаем наш праздничный концерт. И продолжает его народный коллектив «Хор ветеранов Дворца культуры Кинев». Руководитель Попов Владимир Николаевич. Встречайте наших артистов. Поп, да.
Дорогие друзья, нашли на площади потерянную медаль «Афганистан». Вывод советских войск из Афганистана, 40-я армия. 20-летию вывода войск из Афганистана. Медаль находится у нас, пожалуйста, если кто-то потерял, пожалуйста, обращайтесь к нам. Ну а пока давайте еще раз громко аплодисментами встретим замечательный хор ветеранов. Дворец культуры «Кинев».
самом низке. Среди ночи вернет нам друзей. Вспомним про сын и родных и близких. Выпьем про золотых детей. Bye.
Боях родными стали горы.
бураны туда. Там приказ долгий вынес горы на разведку логова врага. Товарищ, пыльные снега струйные с боксана, блин, ножи врага. Помнишь гранату и записку в ней на скалистом гребне для грядущих дней? Помнишь, товарищ, мой ночной пути? Помнишь, как бежали в панике враги? Как загрохотал твой грозный автомат? Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд? На костре в дыму трещали ветки, в котелке дымился крепкий чай. Ты пришел усталый из разведки, много пил и столько же молчал. Синими замерзшими руками протирал вспотевший о чем-то думал временами, головой откинувшись назад. Помнишь, товарищ, белые снега струйные с боксана, блин, даже врага. Помнишь гранату и записку в ней на скалистом гребне для грядущих дней? Помнишь, товарищ, мой ночной пурги? Помнишь, как бежали в панике враги? Как загрохотал твой грозный автомат? Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд? Там, где днем и ночью крутят шквалы, тонут скалы грозные в снегу. Мы закрыли прочно перевалы и ни пяди не дали врагу. День придет решительным ударом, бой пойдет народ в последний раз. И тогда мы скажем, что не даром мы стояли насмерть за Кавказ. Время былое пролетит, как дым, в памяти развеет прошлого мечты. Но не забыть нам этих грозных дней, вечно сохраним их в памяти своей. Шутками не учат в наших лагерях, если придется воевать в горах. Вместе с ледорубом возьмешь ты автомат, и как на страховке сожмешь его приклад. Помнишь, товарищ, белые снега стройный лес боксана, блин, даже врага. Пусти на басе могилы на душ бой. Вспомни, товарищ, вспомни, дорогой. Спасибо. Народный коллектив хор ветеранов Дворца культуры Менгилев. Руководитель Владимир Николаевич. Идут года, появляются на свет и растут внуки и правнуки тех, кто защищал родину с оружием в руках. И тех, кто создавал оружие победы на трудовом фронте. С годами им предстоит узнать многое о былой войне. А пока они растут и радуются жизни. Земля, проснись! Проснись, планета! И замри хоть на миг на рассвете. Ты услышишь, как ласкается ветер. И звенят колокольчики дети. Thank you.
сердце, милая Россия. Сколько в нем таится доблести и силы. Я тебе, родная, тихо прошепчу. Потому что когда-то на земле умирали солдаты. Умирали они молодыми, чтоб над полем была тишина. Чтобы чистое небо сияло и раздольная песня звучала. Чтоб над родиной нашей любимой никогда не взметнулась война. Мы приглашаем на сцену средний хор «Виктория» Киришской детской школы искусств. Руководитель Валерия Сергеевна Кузьминова. Thank you.
пор, Виктория! Приветствуем аплодисментами! Так будем же благодарны нашим любимым ветеранам за каждый новый день, за возможность жить в прекрасной стране, растить своих детей и внуков, работать и трудиться, чтобы наш родной, любимый край процветал. И дай Бог, чтобы нам никогда не пришлось вновь пройти сквозь все ужасы войны. На сцене студия танца «Магия», коллектив эстрадного танца «Магия Фэнтези», руководитель Виктория Разумовская. Встречайте аплодисментами! Вечером, когда пилотам скажем прямо, делать нечего. Мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем. Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над милым порогом, пришли серебряным тебя крылом. Судьба замрозит нас до лёда. Пускай в сердце только никого не да. Пускай следить буду строго. Мне сверху видно всё, ты так и знай. Нам нынче весело, весело, весело. Чего ж ты, милая, курносый нос повесила. Мы выпьем раз и выпьем два за наши славные будва. Так что утром не болела голова. Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над милым порогом, пошлю серебряным тебе крыло. Пускай судьба забросит нас до лёда. Пускай ты к сердцу только никого не да. Пускай следить будет строго. Мне сверху видно всё, ты так и знай. Правые, мы чтоб не сглазили подруги нас кулявые. Мы перед вылетом еще их поцелуем горячо и трижды плюнем через левое плечо. Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над милым порогом качну серебряным тебе крыло. Пускай судьба забросит нас далеко. Пускай ты к сердцу только никого не да. Пускай следить буду строго. Мне сверху видно все.